Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и учителя! Центр развития одаренности Краснодарского края рад приветствовать вас! Сегодня с вами работает Наталья Юрьевна Додолева, старший методист дистанционных курсов «Интеллектуал». Наша встреча посвящена вопросу обучения в Центре развития одаренности на дистанционных курсах «Интеллектуал». Что же это за курсы? Прежде всего, это уникальная возможность для вас подготовиться к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников, к участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях, получить углубленные знания по предмету, научиться решать нестандартные задания. Мы даем вам возможность раскрыть свои таланты, расширить кругозор, развить свои способности, сотрудничать в сообществе талантливых людей. Проходят дистанционные курсы «Интеллектуал» в форме очно-заочного обучения. Вы получаете знания, не выходя из дома. Это позволяет выбрать удобное для вас время, место, темп занятия. Вы имеете возможность использования большого количества источников учебной информации. Все обучение на дистанционных курсах «Интеллектуал» проходит на образовательной платформе Moodle по всем 24 предметам олимпиадного цикла. Поступить на курсы могут учащиеся 9-11 классов. В первую очередь это победители и призеры регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад, интеллектуальных состязаний и профильных смен. На вакантные места могут поступить участники вышеперечисленных интеллектуальных мероприятий. Подробная информация о регистрации находится на сайте Центра развития одаренности в разделе «Как попасть на обучение». Таким образом, 600 школьников Краснодарского края смогут пройти обучение на дистанционных курсах «Интеллектуал». Список зачисленных школьников размещен на сайте Центра в разделе «Очно-заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Дистанционные курсы «Интеллектуал». Обучение проходит по уникальным, дополнительным, общеобразовательным, общеразвивающим программам, разработанным преподавателями ведущих вузов Кубани. Запись на курсы проходит электронно на сайте нашего центра по пригласительному и заявительному порядку. После прохождения регистрации на сайте центра необходимо ее завершить на сайте навигатора дополнительного образования Краснодарского края. Ссылку для регистрации в навигаторе вы получите в ответном письме после прохождения регистрации на сайте центра. Учебный процесс каждого школьника на дистанционных курсах «Интеллектуал» проходит в личном кабинете на образовательной платформе Moodle с октября по май. Для этого необходимо получить логин и пароль у представителя управления образованием вашего муниципального образования и пройти по ссылке, указанной в разделе «Дистанционные курсы «Интеллектуал», перейти на сайт дистанционного обучения. Инструкция по работе в этой программе размещена в том же разделе «Как работать на платформе Moodle». В течение учебного года вы углубленно изучите три темы в первом полугодии, которые вам помогут успешно выступить на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований, и три темы во втором полугодии, которые помогут вам подготовиться к успешному участию в интеллектуальных соревнованиях в будущем году. Ежемесячно у вас будет возможность самостоятельно изучить методичку по заданной теме. Дополнительно к методичке педагоги предложат вам видеолекции, а также групповые и индивидуальные консультации. Для осуществления контроля за освоением предложенного материала вы выполните контрольные работы, разбор которых пройдет во время групповой консультации на платформе Zoom или Skype. Во время индивидуальных консультаций у вас будет возможность получить индивидуальный разбор выполненной контрольной работы. График выставления учебного материала размещен на сайте центра в разделе «Очно-заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Дистанционные курсы «Интеллектуал». Готовить вас к олимпиадам будет высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав Кубанского государственного университета, Кубанского государственного технологического университета, Кубанского государственного университета физкультуры, спорта и туризма, Армавирского государственного педагогического университета и преподаватели Центра развития одаренности.
Это доктора и кандидаты наук, преподаватели, являющиеся тренерами команды Краснодарского края, научные сотрудники, учителя, наставники, педагоги дополнительного образования. Для качественной подготовки по интересующему вас предмету можно воспользоваться дополнительной информацией, которая находится прежде всего на сайте Центра развития одаренности. Вам будут интересны разделы «Лекторий», где представлен материал по различным предметам, а также раздел «Библиотека», где вы также найдете полезную информацию. Для качественной подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников вы можете воспользоваться сайтом olympiada.ru, где у вас есть возможность потренироваться и порешать задания Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад прошлых лет. Что же дает обучение на дистанционных курсах «Интеллектуал»? Прежде всего, это подготовка к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, и мы надеемся, что вы как минимум станете участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. А оценкой вашего труда станет успешное выступление на интеллектуальных соревнованиях различных уровней, конференциях, конкурсах. Вы получите преимущество при поступлении в вузы. У вас будет возможность отбираться на образовательные смены в Сириус. Возможность стать претендентом на получение гранта президента Российской Федерации. Возможность стать лауреатом премии администрации Краснодарского края одаренным школьникам, а также возможность получить бесплатную путевку в Артек. Победа во Всероссийской олимпиаде школьников – заветная мечта многих из вас. Диплом победителя или призера заключительного этапа открывает двери в лучшие вузы страны. По всем вопросам, связанным с обучением на дистанционных курсах «Интеллектуал», вы можете обращаться по контактам, указанным на данном слайде. Дорогие ребята! Мы верим, что обучение пройдет успешно и интересно, а результаты вашего труда помогут достичь новых высот. Мы уверены, что каждый из вас станет нашей гордостью. Помните, что впереди у вас огромные возможности. Спасибо за внимание и до встречи на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.